примерно так сейчас выглядит Пушкинская площадь. Народ скандирует «Россия без Путина». Народ Вот кого-то задержали еще. После сбора в 2 часа планируется шествие до Манежной площади, но вот есть версия, есть предположение, что оно может не состояться. Соблюдайте социальную дистанцию. Используйте маски и перчатки. Вот пошли за новой жертвой. Вот закройте, что дома! Корот!